6 мільйонів в минулому році, 2015-му. Зараз ви пропонуєте 25 мільйонів. Тому є пропозиція, щоб ви нам сказали, в чому є успіх такого великого збору в цьому році. В чому його бачите? Що ми, які заходи ви здійснюєте для того, щоб ми досягли цієї мети? Дякую. Смотрите, на сьогоднішній день КП за 15 год отчиталось по цифре 6 миллионов 200 тысяч гривен в бюджет. На сегодняшний день КП находится в состоянии реструктуризации. Мы ищем сейчас как бы программу и с первым заместителем мэра, и с мэром мы предложили ему программу, но конкретные цифры мы еще не выработали, так как там идет выработка стратегии определенной. Выбор из трех стратегий, одной стратегии, которая будет предполагаться для повышения поступления в бюджет, которое планируется довести до 18-25 миллионов гривен. Но пока эта программа не согласована, соответственно, как бы мы на себя взяли обязательство по 18 миллионам гривен. В случае чего, если нашу программу согласуют, ее мы введем на рынок, мы перейдем к однозначному безналичную форму расчета, расширим паркоместа, увеличим значительно количество, как говорится, тех парковок, которых у нас 19 в центральной части, а у нас должно быть их хотя бы в районе 50 в центральной части города. Соответственно, из этого вытекают статистические цифры в районе 18-25 миллионов. Но такие же опять есть программы, которые мы должны согласовать и по ней потом калькулировать наше поступление с биржепаркования в депо. Это все зависит от выбора программы и стратегии развития КП. Так как я КП возглавил 28 января, до этого КП было в состоянии плачевно. На сегодняшний день мы выбираем стратегию как бы с помощью нас, точнее, как бы мы предложили стратегию, нам ее как бы согласовывают. Поэтому то есть, доходность КП у нас 780 тысяч гривен в год. Затратная часть у нас получается 616 тысяч в год. Это на сегодняшний день с тем штатом, который у нас есть. Но, естественно, как бы от выбора стратегии будет зависеть и затратная часть КП, и доходность КП, соответственно. И поступление основное в бюджет будет тоже зависеть от этого. Но будем надеяться, что все будет, как говорится, в том русле, как мы развиваемся, и 18-25 мы реализуем, если все будет. Сергей, вот такие вопросы. Плата за парковки будет однозначно взиматься без наличной формы расчета. Три вида мы предоставили на рассмотрение Дмитрию Владимировичу. Это оплата картой, телефоном, с помощью смс, картой и скретч-карта, которую можно будет приобрести там образно. Да? Мы должны представить там продукт на рынок, чтобы у водителя, автовладельца было три альтернативы оплаты за этот вид услуг. Соответственно, мы как бы даем лояльное условие, что если человек нет карты, допустим, мы ему даем возможность оплатить телефоном. Нету телефона и нету карты, приобрести скретч-карту и ввести ее там, и получить свой чек за услугу. И, как бы... Естественно, да. Спасибо за вопрос. Смотрите, как бы вся программа базировалась на отношениях с Приватбанком. Ну, так как бы мы уже с ними эту программу разрабатывали, эта программа у них есть, мы ее уже как бы внутри проэкспериментировали. У банка есть своя служба парковок? Нет, мы финансовое отношение, то есть как бы как оно будет работать через Приватбанк. Вот как бы и скретч-карты мы планировали тоже продавать через все отделения Приватбанка. Это минимально, что мы хотели заполнить как бы через Приват, мы с ними это согласовали. Можно продавать и через Приват, через другие банки? Естественно, абсолютно. Но на сегодняшний день у нас есть конструктив с Приватбанком. Но как, так как нам подтвердят нашу стратегию, скажут, все, вот как бы это есть, занимайтесь этим вопросом вот в таком русле. Тогда мы, соответственно, расширим перечень банков и приват, и будут другие банки, чтобы было удобство. То есть мы создадим автомобилисту тот, как говорится, то предложение, в которое ну, то есть должен только будет соблюдать правила наши игры. Вопрос, Сергей. Скажите, какие работы вам проводятся сейчас по выявлению нелегальных площадок для парковок? И может за этот промежуток времени, что вы возглавляете, есть уже какие-то цифры, сколько договоров заключили? Новых договоров? Да. Новых договоров, к сожалению, мы не могли заключить ни одного, так как не было комиссии. Без комиссии мы не могли заключать договора, мы могли только лишь расторгать договора. Но расторгнув договор, я как бы прекращу поступление финансов в бюджет. Не заключив с новым агентом, это будет как бы мое мнение целесообразно. На сегодняшний день комиссия создана.
первое как бы, заседание комиссии произошло, мы пообщались, как бы список нарушителей, которые мы выехали, и он уже есть. Как бы, список очень обширный и касательно дневного сектора, и ночного сектора. То есть с ними будут сейчас приниматься жесткие меры, предупреждения разосланы на протяжении 10 дней, если не будут устранены эти недочеты, как говорится, в данной работе. Договоры о настроенном порядке будут расторгнуты и заключены с новыми операторами до момента проведения конкурса. Все-таки же опять будут вырабатываться по стратегии нашей развития. Сколько на сегодняшний день легальных парковок? Сколько нелегальных? 19 в центральной части города, 2 вне центра. Из них легальные вы называете? Легальные. 19 в центральной части? Да, 2 вне центра города, из них 16 именно схемы ОДР, 4, получается 16 и 6 не имеют схемы ОДР. Сколько это парка мест всего? 469 парка мест. 469 которые платят городу сбир за паркование. Так. Сколько вы планируете за этот год легализовать для того, чтобы собрать 25 миллионов? Ну, мы планируем порядка 2,5. 2,5? Да, ну это такие же опять по карте размещения, это мы сейчас прорабатываем. То есть это всего 3000, образно говоря. Это центральная часть города и тому подобное. То есть у нас сейчас центральная часть города порядка 369 парка мест всего лишь. Есть ли расчет, сколько в сутки в среднем собирает одно парка места? Сбор за парковок. Сутки, месяц, год. Пока этого расчета у нас сухого нет, потому что мы вырабатываем свою ставку новую, которая будет там не 5 гривен, не 3,50. Вы можете нам предлагать 25 миллионов проголосовать в сессионном зале, если вы сейчас видите проектную цифру 3000 парковых мест, вы собираетесь легализовать, и у вас нет расчета за одно парковое место в сутки, в месяц, в год. У нас просто еще нет, к сожалению, как бы, к чему прибиться, к какой стратегии. Это как бы, когда нам ее... И вы предлагаете, чтобы мы сегодня в бюджет вложили, что вы соберете 25 миллионов. Чтобы мы пошли в сессионный зал, депутаты разных политических сил, взяли на себя политическую ответственность за то предложение, которое на сегодняшний вас не наполнено, на сегодняшний день не наполнено смыслом, получается. Ну, правильно вас понимаю? Оно не наполнено смыслом по той причине, что как бы, только мы начали получать одобрение, как мы будем это действовать? Может быть, есть смысл предложить 6 миллионов, а потом прийти и сказать, ура, мы собрали 25? Нет, ну 6 миллионов – это цифра утопия. Почему? Ну, потому что 19 паркомест для города миллионника – это бред. Ну, я вашу логику понимаю, но я хочу расчеты. То есть, смотрите, мы видим язык цифр. Здесь присутствующие коллеги-депутаты – это коллеги, которые представляют наш депутатский корпус комиссии по бюджету и финансам. Мы понимаем язык цифр. Я вам сейчас задаю языком цифр. Вы говорите о 3000 парка мест, которые вы собираетесь легализовать. То есть, может быть, методом от обратного разделите нам 25 миллионов. У нас есть сугубо статистическая формула, по которой мы можем рассчитать. Мы можем определиться да. На каком-то да. Других городов, нет, которые нет. Имели уже правильные паркоматы, где правильно все платили. Карточками, скрыть карточками, у нас же такая система даже в городе Иваново. Да, но на сегодняшний день у нас есть та формула, по которой мы рассчитываем доходность сбира за паркование. Сергей Александрович, вот сейчас элементарным расчетом 25 миллионов в год делим на 3000 мест, которые вы собираетесь легализовать, правильно? Да. Ну, есть на 469, грубо говоря, 2500 вы легализуете. То есть вот одно место, паркоместо нам будет приносить 8434 гривна. Если можно 5 минут, сейчас по этой формуле вам буквально... Это на год, это за год. Да. Ну я ж тоже это не знал. Если можно 5 минут, я сейчас по этой формуле просто вам прочитаю 3000 паркомест, и получится, исходя из данной формулы, которая у нас... 22 ставки сбора. Одно паркомест, то есть вот моя коллега просит 23 гривны в день. Да. Нам. Это сбир. Это не плата за паркование? Это сбер поступления это в бюджет. 23 гривны да. Мы соберем с одного парка места? Ну, будем на это выходить. 190 со стороны, знаете, 470. Это... Вот я, как автомобилист, плачу там 7 гривен. Это 7 гривен я плачу оператору. Правильно? Да, вы платите 7 гривен, так у нас установлено по двум адресам 7 гривен, по остальным у нас 5 адресам. 5 гривен. Да. То есть, а вы хотите, чтобы мы в бюджет собрали с вами 23 гривны с одного парка места? Собирают. Я не знаю динамики, я не понимаю, вы оператор данного рынка. То есть дайте нам предложение, соберем ли мы 25 миллионов, а вы хотите, чтобы мы зашли в сессионный зал и за это проголосовали? Хорошо, я понял. Сейчас мы сделаем это предложение и вам предоставим его. Пожалуйста, нам необходим расчет, да, коллеги, этого вопроса, для того, чтобы мы были убедительны по отношению к нашим избирателям, по отношению к тому депутатскому корпусу, которому мы будем рекомендовать
проголосовать за ваше предложение в 25 миллионов. Оно очень оптимистическое, понимаете, в чем дело? Да. И мы готовы поддержать вашу оптимистическую позицию, но нам необходим расчет, экономика полная этого вопроса, для того, чтобы мы с оптимизмом зашли также смело с вами в сессионный зал и отстояли эту цифру, что бюджетная комиссия рекомендует эту позицию действительно проголосовать в сессионном зале. Я услышал, хорошо. Коллеги, еще какие вопросы? Нет, у меня есть. Да, пожалуйста, Николай Иванович. Сергей Александрович, на расходную часть вы учитывали по содержанию парковок? На сегодняшний день? Не, ну вот тогда 25 миллионов вы определяли стоимость, то есть доходную часть бюджета. Там расходная часть бюджета заложена, вы заминусовали ее? Мы не заминусовали, потому что если мы будем как КП осуществлять сами эту деятельность, естественно, у нас расходность КП будет увеличиться. На сегодняшний день у нас как бы вырабатывается стратегия. Либо у нас будет как бы один оператор-инвестор, который будет на себя брать эти все. То есть мы этого еще не знаем, как бы это решается на уровне мэра и первого заместителя. Либо это будет там три агента, которые будут тоже буфером между нами и городом. И если это будет КП, как бы осуществлять саму эту деятельность, как это было раньше, там, в 2007-2008 году, или когда это было, как это, в принципе, возможно. То есть это будет совсем другая математика. Вот сейчас мы как бы к этому идем. Это не принципиально. Принципиально понятно в любом. То ли это будет КП, то ли это будет другой инвестор. У всех есть расходная часть по содержанию. По обслуживанию, по управке, по возрабной плате. На сегодняшний день, я говорю, на сегодняшний день, так как оно уже... Закладывались эти расходы, вы уменьшали на эту часть или не уменьшали? Мы ведь реально не получим этих денег в бюджет, если мы эти не будем учитывать расходную часть. Расходная часть на сегодняшний день КП у нас 616 тысяч гривен. Это на сегодняшний день при своей нынешней ситуации. Ну и важно, если совершенно другое количество парковочных мест. Правильно. Вы же планируете другое, если... Естественно, но от этого зависит. Либо мы будем сами данным вопросом заниматься, соответственно, у нас расширится штат и расширится все остальные обязательства. Либо же... У вас в любом случае есть затраты на обслуживание тех парковочных мест, которые у вас есть сегодня, которые вы собираетесь легализовать, 2500. Как пропорционально ли увеличится у вас затраты? Непропорционально. Может быть, вы справитесь с 660 своими там, тысячами, которые у вас есть дополнительно на 2,5. Даже если придет инвестор, у него все равно будут затраты. У вас есть некий тариф на сегодняшний день, который вы предлагаете жителям Днепропетровска оплатить. И в этом тарифе 7 гривнах, какая удельный вес расходов? Вот расскажите нам про это составление. Реально 25 миллионов реально не будет. Ну, мы это с вами понимаем, поэтому мы вот, смотрите, я тоже... Мы сейчас фиксировали 18-25 в зависимости от выбора стратегии, и все. То есть я рассчитаю вам, предоставлю... Интересно, скажите нам это. Хорошо. Мы комиссия, которая, еще раз говорю, это депутатский корпус. Я понимаю. Мы должны сессионный зал. Зайдя с вашими 25 миллионами оптимистическим предложением, должны прийти, более того, мы рассчитываем на эти 25 миллионов на распределение расходной части. Мы на сегодняшний день закладываем оптимистические 120 миллионов на парки. И в том числе рассчитываем, что часть этих денег, которые будут собираться с парковок, с других статей поступления оптимистических, мы сделаем те работы, которые мы прогнозируем, скажем так, инвестиции в благоустройство города. И нам необходимо с вами понимать, справимся ли мы с этими задачами в расходной части или не справимся. И это в том числе зависит и от таких бюджетообразующих предприятий, которыми является и ваш. Ну, не бюджет, а бюджетопополняющих предприятий, которыми является и ваш. Я бы сказал, мы это подготовим обширный ответ экономический. Да, на основании расчет. Да, сколько будет легализовано парковочных мест, сколько одно место в день будет приносить, расчет на год. Сколько вы планируете? И мы говорим с вами не о платеже за парковку, а о сборе. Естественно. Это совсем другая цифра. Да. Мы должны с вами понять, это не 7 гривен, которые на сегодняшний день платят у нас жители города Днепропетровска. Это сумма намного меньше, насколько я понимаю. Какая на сегодняшний день сбор у нас составляет? Соответственно. За паркование у нас идет 0,4%, 0,3%, 0,1%, 190%, 142%, 475%. Как правило, получается, 30% не больше остается на бюджет города. Ну, так как у нас всего лишь по решению было 77 майданчиков для парковки. Мы просто вот понимаем эту ситуацию, как хозяйственник, я, допустим, мы лучше узнать. 30% это уже хорошо. Ну, естественно, но на сегодняшний день, понимаете... Хозяйственник уже на данный момент количество мест поступления в бюджет, увеличить количество мест... Это будут расходы, бюджет поступит 30%, то есть сумма, которая не собирается. Почему увеличить 77? Там в этом решении по ПРЛ комиссии для паркования, там намного больше.
Мы говорим за данную форму работы, за парковки. 71 была введена, на сегодняшний день 19 только запущены в эксплуатацию, а остальные просто стоят, как бы, и на них собирают в сорванных жилетах люди, которые деньги себе кладут в карман. Все. Вот все, что как бы... Естественно, мы готовим сейчас как бы расширение центральной части, чтобы понимать, как бы нам надо стратегии. То есть, если мы будем увеличивать расходный КП, соответственно, мы будем как бы предлагать, мы выбрали эту одну из стратегий, чтобы само КП занималось данным рынком и собирало эти средства, которые будут непосредственно сразу же поступать в бюджет. Вы сказали, что там 705 тысяч сейчас доход КП, да, без 500 гривен, которые по договору платят. Там идет градация от 500 гривен и выше. То есть это было на предыдущих конкурсах в 2013 году, когда агенты предлагали свою по конкурсу ставку за услугу. Господа, у кого есть еще вопросы?